Итак, об отставке Терезы Мэй, что я, в общем-то, и предсказывала. 23.10.2018 года было вот такое предсказание. С Брекситом вообще запутались. Терезу Мэй отправили в отставку. И 14.07.2016 года я давала именно Терезе Мэй характеристику. Так, она стоит и держит над головой перевернутый табурет. Ну да, перевернутый табурет – это то, что она изначально же была против Брексита. И а тут вдруг, в общем-то, впряглась в него. Ну, получается, что она все время тормозила его. Вот так выходит, потому что ей он просто был не нужен. Далее половина неба черная, половина как будто бы зарница. Далее черного становится больше. Далее Мэй бежит по выложенной светлой дорожке, которая упирается в туннель. Впереди туман. Но он рассеивается при приближении Мэй. Далее из туннеля выскакивает поезд с горящими фарами и наезжает на нее. Поезд прошел не остановившись. Мэй осталась лежать на рельсах. По этому видению видно, что Тереза Мэй очень сумасбродная натура. И во время ее правления в Великобритании, да и за ее пределами, будет весело. Но закончит она, скорее всего, потеряв свой авторитет или трагично. В общем-то, на 100% предсказание сбылось.